Всероссийский конгресс «Симбиоз Россия» ежегодно проходит в разных городах страны. В этом году юбилейный 10-й стартовал в Казани на площадке Казанского федерального университета. Научное мероприятие организовано благодаря совместным усилиям КФУ и Всероссийской биологической ассоциации «Симбиоз Россия» и проводится с целью обмена результатами научных работ, обобщения и выражения интересов в сфере биологических и биомедицинских наук, а также развития коммуникации между молодыми учеными различных научных и образовательных центров. И, собственно, 5 университетов России вошли в состав учредителей этой организации, соответственно, наш Казанский университет, Новосибирский, Пермский, Московский и Санкт-Петербургский. Работа конгресса разделилась на несколько направлений, а именно на секции по ключевым аспектам современной науки. Среди них образовательная секция. Она включает в себя лекции отечественных и зарубежных ученых. На общественной секции пройдут обсуждения и принятие программы развития «Симбиоз Россия», круглые столы и многое другое. Ну а что касается культурной программы, организаторы обещают проведение экскурсий по городу, Казанскому федеральному университету, с посещением научных центров и лабораторий. Мы ставим целью показать колорит Татарстана, показать, как изменился наш университет, потому что прошло 10 лет, и это очень большие перемены. Победители научных секций получат возможность представить свой вуз, а сделать это предлагается творчески. Самое главное – выделить специфику представленного вуза. Ну а пока у участников есть достаточно времени, чтобы обдумать, насколько яркими и оригинальными будут выступления. Работа конгресса продлится до 28 октября. Анарина Ганиева, Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.